Всем привет! Меня зовут Саша, и вы на канале «Посылки из Китая». Сегодня будем распаковывать вот такую кучу товаров. Посмотрим, что приехало. И первая посылка. У нас на очереди надпись «Magic Tricks». Это что-то волшебное. Давайте распакуем, посмотрим. Возможно, я стану Гарри Поттером. Точно. Смотрите, посылка из Хогвартса. Из самого Хогвартса. Вот такая волшебная палка. Сейчас будем колдовать. Показывать фокусы. Что-то она... Пока что-то непонятно. Какая-то ленточка в ней торчит. Да, интересная штуковина. Но непонятная. Вот так раскручивается. Но что-то я делаю изначально, мне кажется, неправильно. Потому что... Не все так просто. О, вот она. Так, ну что, это в сторону, и давайте попробуем наколдовать. Ахалай-махалай, распакуйся. Да, неплохо получилось. Палка мне понравилась, волшебная. И что у нас здесь вышло? Многоцветная ручка. Ну, давайте сразу посмотрим. Работает, не работает? Я думаю, работает. Что с ней может такого случиться? Переключение как-то скоростей не очень. Хотя, может... А нет, нормально все. Более нежно надо. Все цвета вроде как пишут. Да, причем достаточно красивые. Яркие. И вот последний еще черненький. Да, хорошая ручка. Для школьников отличный вариант. Стоило в районе 70 центов. Не будем заострять внимание. Сейчас вот попробую переодеться с помощью волшебной трости. Какие же еще есть волшебные слова? Да ладно, по-прежнему. Ахалай-махалай. Бля, смотрите, я переоделся. Это чудная трость. Надо, короче, заказать всей семье, можно не работать тогда с помощью этой фигни. Переходим дальше. Настроение поднялось. Колдовство удалось. Волшебство, колдовство. И в следующей посылке у нас идет переходничок. Непонятная какая-то штуковина, но сейчас я вам объясню. Владельцы ноутбуков часто сталкиваются с проблемой, когда хотят установить дополнительный винчестер себе. То есть поставить его можно только на замену CD-ROM, DVD-ROM. Но он у вас остается лежать на полках. И чтобы возможно было его использовать, приходится заказывать вот такой переходничок через USB. То есть саму штуковину подключаете в DVD-ROM, CD-ROM. А это, естественно, в сам ноутбук. И можно тогда будет считывать свои диски, какие что захотите. Посмотреть свадебный диск, который пылится на полке уже 8 лет. Или еще что-нибудь вроде того. Потом затестим, посмотрим, будет эта штука работать или не будет. А сейчас у нас на очереди следующая посылка, в которой целая куча упаковочного материала. И нам здесь прислали вот такую вот зажигалку. Зажигалка USB. Эта вещь актуальна для курильщиков. Тем, кто не курит, эта вещь будет, в принципе, бесполезная. Здесь у нас имеется обычный USB выход для зарядки. А здесь у нас нагревательный элемент. Как долго он греется, я пока еще не знаю, не могу сказать. Но, в принципе... Сигарету прикурить. Все, он уже потух, смотрите. Буквально несколько секунд. Он уже остывший. В целях экономии заряда он у нас автоматом гаснет. Или может он уже у нас сломался? Давайте еще раз включим, посмотрим. Нет, все правильно. Зажигалка горит буквально несколько секунд. Сразу же тухнет лампочка и тухнет здесь сам нагревающийся элемент. Немножко больше стандартных зажигалок по размеру. Выполнено слегка топорно. Ну, края такие достаточно островатые.
Но, в принципе, за свои деньги в районе $1.5, я думаю, вещь достаточно хорошая покажется. Единственный вариант, как долго она будет служить. Ну, про это я вам сказать ничего не могу. Но зато я могу сказать, что все посылки я заказываю с помощью кэшбэк-сервиса EPN. И экономлю до 15% в зависимости от того, как часто появляются купоны у самого сервиса. Но все же экономия существенная выходит. Я доволен, советую вам. Здесь у нас обычные USB звуковые карты. Это уже достаточно регулярный товар у меня на канале. В следующем видео я прикреплю ссылочку, как работают эти звуковые карты, если кому будет интересно. В описании найдете, а мы переходим дальше. И у нас здесь тоже звуковые карты, только немножко другого формата. У тех была регулировка громкости на корпусе, а здесь просто USB звуковушки. Эти вещи тоже заказывал. Работают абсолютно точно так же. Звук, в принципе, не меняется, что те, что те. Единственная разница там с регулировкой громкости. Черненькие стоят немножко дороже. В районе доллара, а эти 70, наверное, центов стоят. Ну, как-то так. Сможете посмотреть более точную информацию по ссылочкам в описании. Здесь у нас Fidget Toy. Ну, я так понимаю, что это Fidget Cube. Коробочка помялась. На подарок, в принципе, не очень подойдет. Ну, хотя, если изнутри ее вытянуть, я думаю, может даже и на подарок подойдет. И здесь у нас вот идет вот такой малыш. Здесь джойстик, здесь крутелки, кнопочки нажимаются все. Здесь вот такая крутелочка. Ах, господи, она... Что-то она не крутится. Не, крутится, но слабенько. Здесь кнопочка и... Под шнурочек есть отверстие. Шнурочек в комплекте идет небольшой. Ну, не знаю, удобно, неудобно, решать вам. Стоил тоже в районе $1.5. Недорогая штуковина. Если у вас шалят немножко нервишки, можно приобрести эту штуку и сидеть где-то, кому-то щелкать, надоедать. Не надо вкрутить ручки в руках. Ну, достаточно актуальный товар на сегодняшний день. Заказал просто посмотреть, понравится эта штука, не понравится. Но я думаю, вряд ли. Я не любитель крутить ничего в руках. И это заказал просто для того, чтобы показать вам, что оно есть на Алиэкспрессе. И цена дешевле, чем у каких-либо конкурентов. Потому что я всегда стараюсь выкладывать самые дешевые ссылки на товары, которые вы найдете в описании. А здесь у нас какая-то игрушка для собаки. Тщательно, плавненько перешли так на очередной товар. Это у нас летающая тарелка. Ну, как она там называется, я точно не помню. Если вы точно знаете, напишите в описании. Напишите в комментариях. Господи, заговариваться уже начал. В общем, напишите в комментариях, если точно знаете название этой штуковины. А так это просто такая летающая тарелка. Собака ловит, приносит вам, ну или убегает от вас. Это как моя собака. Потом поиграю со своим песиком, посмотрим, пока он на даче и не обрадуется этой игрушке. Размер, ну, приблизительно вот с мою голову. Ничем не пахнет, выполнено, знаете, закрученное, много-много-много таких веревок, канатиков закручено все в эту штуковину, все прошито, ну, прошито, конечно, такими тонюсенькими ниточками. Долго прослужит или недолго, не могу вам ответить. Но даже если порвется быстро, стоила эта штуковина копейки, в районе доллара. Расплетется, будет отдельная веревка, буду тягать собаку просто за веревку. Из одной игрушки получится другая. И здесь у нас на сегодня последняя посылочка.
И опять посылочка для моего питомца. Да, у моей собаки недавно было день рождения. 7 июля. Или 6. Точно не помню, жена знает. Какие-то благодарственные купончики. А здесь у нас вот такие утята. Стоили тоже очень-очень дешево, до доллара, насколько я помню. Правда, на картинке они были показаны вот такими. Я в очередной раз не прочитал описание, не посмотрел отзывы на эти штуки, решил заказать, проверить сам, но что и требовалось доказать. Большие вещи китайцы не будут продавать дешево, за исключением редких-редких случаев. Ну, вот таких три забавных цыпленка. Собака 100% будет моя рада, уничтожит достаточно их быстро, но это не беда. Передаю привет Вадиму Каменкову. А я с вами прощаюсь, с вами был Саша, по ссылке из Китая. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока! Какие же еще есть волшебные слова? Да ладно, по-прежнему, ахалай-махалай. Палка на дельце, и все смотрит вот сюда. Слушай, охеренно. Темнее уходи. Да. Еще фокус.